Это что получается? Я микрофон забыл вырубить? Трындец. Ну ладно уж, что ж поделать. Придется продолжать и так без смертей приходить. У меня такое ощущение, как будто я сейчас в Crash Bandicoot играю. Но это не Crash Bandicoot, хотя... Ладно, это следовало ожидать. Блин, вот если бы не музыка госпожи Фи, то я бы не знал, что я делал бы. Я вот специально ее музыку поставил, потому что оригинальный саундтрек мне в Алексе Гордоне что-то не вкатит. Короче, понятно. Я попытаюсь все это без чекпоинтов пройти на самом-то деле, хотя это... Еще тот сложный челлендж на самом-то деле. Ну ладно. Да пропусти ты просто. Так, а я могу? Нет, жаль. Зато могу эту звездочку забрать. Так, стоп! А, все, понял. Стоит. Все нормально. Так, ладно, погнали. Хотел бы пропустить чекпоинт, конечно, но... Меня пропустит, там как. Хотите прикол? Так. Да. Вот просто прыгнул и сразу вздыхает. Механика тут, конечно, опа. Декретик. Так, вот здесь вот главное не тупить, иначе... В смысле?
А чего я дамаг получил? Я же не... А вот что я всегда ненавидел в играх, так это чертовы баги. Вот ненавижу их, они постоянно мне не дают нормально проходить игры на самом-то деле. Именно поэтому они ломают всю атмосферу, и я часто стал ненавидеть баги, потому что они меня постоянно мешают мне это нормально играть, и весь мой прогресс ломают, поэтому я их ненавижу. Вот вообще ненавижу эти тупые баги, вот серьезно. Я вообще все баги ненавижу после этого. Опа, секретик, думаете, не знаю? Самый быстрый спидранер на Диком Западе. Да, это я. Ага. Блин, ой, трындец. Ой, трындец. Еще и мешаться будут. Ну, как я об этом не подумал, то, что ко мне в комнату залезут, блин. Ну, постоянно. Ну, интересно, ну, раздражает это. Терпеть не могу уже. Просто терпеть не могу. Вон там я сталкиваться, к сожалению, с этими шипами не буду. Потому что там эти стены, а то есть потолки. Я лучше это пропущу. И нахер. Это страйк. Это просто страйк. Это не банихоп, но тоже неплохо. Туда я прыгать не собираюсь, потому что опять придется камбэкаться, а мне этого не нужно. Еще чуть-чуть и все. Thank you.
вот пытаюсь нацелиться на них, чтобы не пасть. А зачем я хп беру? Хотя... Все равно это... Чуть секрету не забыл, чуть не забыл. Одну минуту. Ёбарская там еще. Ура, допрыгнул, ура. Подозрение, будто бы я что-то упустил. О нет, походу я все забрал. Кстати, хотите, баг покажу? Я тут это... Такой баг заметил, что просто... Вы офигеете. Это не бабер бросает камни, нет. Он как-то нелепо это делает на самом-то деле. Я знаю, кто по-настоящему бросает камни, поэтому... Так, а тут я полагаю секретка, да? Так я и знал. Так, самое главное здесь не тупить, а иначе... Так, вот там. Вот, кстати, вот здесь, и вот я немного тупил на самом-то деле, потому что... Я просто не знал, то, что там может быть это... Лава, поэтому... Я теперь буду поаккуратнее и просто... Ой... Как я и думал. Ага. Сходу видно, что это бобер. Так, погодим. Так, это может меня камбэкать. Это я правильно помню. Ага, я так и знал. А кто со скоростью Honda Accord бросает? Ну точно не вы. Это хорошо, что бобер не ударил. А то он может надамажить меня, что просто трындец. Где еще последняя?
Ага. Так, ну тут я, пожалуй, тоже пропущу на самом деле. А, кстати, да, насчет бага. Смотрите, делаем вот так и так. И Ваня пропустил один уровень. Вы вот спросите, а что, так можно было, что ли? Я даже сам не знал, я просто спидраны смотрел, да и... И офигел? Давай попробую вот так сделать. Могу ли я... Нет, но жаль. Было бы хорошо, если бы я пропустил все это дело. Я просто это проверил. Ладно, попробуем эти бонусные уровни. Да я просто ты. О! Ура! Сделал это, размотано. А, давай попробуем. Так, ну эту локацию я знаю наизусть, поэтому... Я просто гений у тебя, что просто... Просто гениально, просто переместиться из одной локации в другую, это ж надо было, а? Минус пернатая крыса, опять... Пернатая крыса, блин. Вот она меня постоянно раздражала, но сейчас... Я что-то к этой крысе пернатой привык уже. Хотите еще бакс? Блин. Ладно, перес... Ладно. В другой раз покажу. Блин, я чуть-чуть их сделал. Блин, я... Ну что я говорил про эту пернатую крысу, а? Что я говорил? А ладно. Попробуем еще раз, но уже в другую. Я просто не до конца осознал всю суть этой... Этого ворона. Hey!
Hey!